Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня закупка продуктов из магазина Лента. Ездил туда у меня, как обычно, мой муж. И в конце видео я вам покажу чек, но немножко в другом варианте. Я скачала электронную версию чека через приложение, да. И напишите в комментариях, как вам такой вариант, лучше или нет. Лучше показывать, как обычно, стандартный вот этот вот распечатанный чек. Так что буду ждать ваши комментарии. Вот, ну и давайте покажу вам закупку. Начну я вот отсюда, здесь канцелярия, ну, я смотрю, не только для школы, немножко подкупил муж, я у него попросила. Давайте начнем вот с такого, да, здесь батарейки всякие разные он купил, упаковки, вот такой клей, не знаю, а, у меня шлепки одни порвались, да, я просила подклеить их хочу, ну, тапочки домашние. И вот это, я думала, что это такое, это он купил зажигалку, не знаю, зачем она ему. Так, а ну что-нибудь разжигать собрался? Не знаю. Вот. Так, дальше здесь тетрадки всякие разные. Вот здесь вот он набрал куча разных тетрадочек. Я так понимаю, тут в клеточку, в какие тут в линейку. В общем, разные. И здесь тоже вот такие простые, тоже там в клетку. Что-то все в клетку, линейку мало. Вот, ну ладно, тетрадки всегда пригодятся. Дальше вот такие ручки. Это, кстати, по-моему, ручка, которую можно стирать. Да, видите, у нее здесь резиночка идет. У меня любит ребенок такие ручки. Вот такую бутылку для воды в школу. Она мягкая. Вот здесь вот очень удобно. Наверное, не расколется, потому что часто у меня сынок их раскалывает. Дальше здесь карандашики. А, вот еще муж себе дезодорант взял вот такой. И здесь вот различные папки. Они тоже в школе нужны. Папки-конверты. Вот такую папочку. Вот такую. Такая-то большая, наверное, будет для, может быть, ИЗО или как технология называется, да, как-то так. И альбом для рисования. Так, ну и теперь вот здесь мясо у нас еще осталось с предыдущей закупки. У меня еще много. Поэтому просил не покупать. Купил 2 мешка по 5 килограмм сахара, потому что он хочет у меня сделать какую-то то ли настойку, то ли наливку. В общем, какой-то нашел рецепт, ему туда нужно много сахара. А я весь сахар предыдущий забрала, короче, под варенье. Поэтому он купил 2, чтобы сказал, надоело. Как не сунуть, все, сахара нет. В общем, да. Вот, здесь соки, мультифрукты, яблоко, мука. Яйца C0 30 штук отборные, да. Давайте сразу немножко молочки. Молоко вот он разный взял, это по акции они были. Кефир 1%. Здесь у меня еще сметанка пискаревская, вот это тоже очень нравится. И взял 2 вот такие активы. Вот. Так, и здесь всякие колбаски. Вот такая черкизова. Не знаю, мне кажется, такую не пробовали или пробовали, уже не помню. Сыр адыгейский. Он, кстати, вот я не люблю сыр, у меня все домашние любят вот такой сыр, я вообще не понимаю его, я уже как-то говорила. И вот такой еще. Но вот такой я еще могу съесть. Он, ну, как бы такой, я подобное как-то покупала, так мне кажется, другой марки. Вот видите, половинка-то, типа на пробу, да? Вот, он как бы пряный такой. Вот, должно быть вкусный вот этот вот. Здесь тоже вот такой большой сыр. Ну, я всякие запеканочки делаю, булочки с сыром. Так что большой всегда нужен мне. Сосиски папа может сливочные. Вот такая клинская краковая, краковская колбаска. Не знаю, такую мы покупали или нет. Ну, попробуем. Видите, она прям такая толстенькая-толстенькая. Вот. И здесь еще сардельки мясные. Вот этой маркой тоже, кстати, вкусные вот сосиски-сардельки. Особенно у них вкусные вот эти нарезанные колбаски пепперони для вот пиццы делать, вообще обалденно вкусные. Так, дальше здесь квас, снова лидский, действительно очень вкусный квас. Девочки, кто не пробовал, обязательно попробуйте. Вкусный, обалденный квас. Мне тоже многие из вас пишут, что он действительно вкусный. Хлеб каравай столовый, тостовый лентовский, батон. Что-то у меня очень много хлеба купил, ну ладно. Батон нарезной и вот такой еще дарницкий хлеб. Я, если что, храню его в холодильнике, он не портится, или могу сделать гренки, например, вот из такого хлебушка. Так что у меня ничего не пропадает. Вот такие еще помпушки с чесноком.
Вот их стоимость 56 рублей. Очень они вкусные, кстати. И вот такие булочки, девочки, вот такие булочки люблю я. Это же вообще, это просто мега булочка. Честное слово, они очень вкусные, рулет с маком. Вот так вот они стоят 61 рубль за штучку, но они очень вкусные, и их Лента очень вкусно делает. Вот он две булочки мне на завтрак купил. Еще вот такой багет. Ну, тоже я, если что, сделаю сухарики. И это лентовский, да? Вот он. Ой, девочки, извиняюсь. Вот они 30 рублей стоят. Потом вот такую еще вкусную булочку по 59 рублей. Это она с сыром и с ветчиной. Вот здесь вот тоже очень вкусно. И здесь немножко вкусности всякие. Вот еще сырки. Вот эти, кстати, сырки Светлогорье. Очень вкусные, девочки. Тоже мне очень нравятся. Вот он разные набрал. И мужу моему нравятся именно вот эти Светлогорье. Действительно вкусные. Так, потом здесь конфетки «Слеза мужчины». Девочки, кто вот не пробовал «Укус женщины», «Слеза мужчины», обязательно попробуйте. Очень вкусные конфеты. Меня как-то спрашивали, чье это производство. Вот я одну открыла. Вот, девочки, Вологодская область. Ой. Вологодская область, Шексна. Вот производитель. Очень вкусные конфеты, девочки. Прямо обалденные. Они шоколадные, а внутри они шипучая такая карамелька у них есть. Очень вкусные конфетки. Вот эти тоже советую. Так, и здесь вот такой вот кусочек какого-то шоколадного тортика на 204 рубля. Это у нас кекс брауни с шоколадом и вишней. Ой, должно быть очень вкусно, девочки. Наверное, обалденно. И еще вот такие вот шоколадные печенья. Целая коробочка. Вот такие вот печенья, сахарное с какао и ванильный начинкой. И еще здесь вот такие вот воробушки с ванилью. Дальше кофе. А, вот такое, вот это вот тоже очень вкусное, вот это с челмой. Я неоднократно вам говорю, что если увидите, обязательно возьмите. Он есть в варианте молотый, но вот этот он очень вкусный. Потом спрайт, 3 баночки, ну это мальчишкам побаловаться, племяшки в том числе. И здесь он у меня купил немножко на заготовке. Я буду делать на зиму салат без уксуса из баклажан. Баклажаны сейчас по 39,99, считайте, по 40 рублей. Вот он мне набрал 2 пакета. Я буду делать из них заготовки. К ним же набрал мне помидорчики по 63 рубля. Вот. И здесь еще у меня лук тоже репчатый. Я как-то кому-то отвечала в комментариях. У меня немножко погнил из-за дождей лук. Вот. Так что пришлось его выдернуть. Такой лук репчатый по 18 рублей. Также перец. Тоже сделаю салат. Ну, не знаю еще какой. На зиму из перца по 49 рублей. Ну и немножко здесь фруктов. Арбуз. Предыдущий арбуз в ленте был очень вкусный. В ленте вообще вкусные арбузы, но они по 29 рублей уже. Предыдущий у меня, по-моему, по 16 были, что-то такое. И здесь дынька еще. Торпеда 49. Она не очень мягкая, но я ее кладу в кладовку, и она доходит там. То есть и становится мягкая, вкусная, сочная. И здесь у меня еще нектарины по 129 рублей. И персики по 149 рублей. Видите, цены начали немножко подниматься, да? И яблоки Royal Gala по 158 рублей. Так что вот такая вот получилась закупка. Сейчас вам покажу чек.